интересно, что будет, если ему наступить на хвост? Джунгли зовут. Маленькая очередь. Прекрасная вилла. Зажиточный нормальный парень из Чикаго с позапрошлого века построил себе резиденцию. Очень антуражно. Предприниматель, что его сделал, был очень интересный человек. Кто хорошо работает, тот хорошо живет. 1850-й, да? То есть без малого там 170 лет назад. Ни интернета, ни имейлов. Все равно делал международный бизнес. Молодец! Уютно. Внутри здания снимать нельзя, поэтому будем потом снимать снаружи. Тут общий план территории, да? Мы вот здесь. Частное владение вот этого человека. Очень интересно. Очень красиво жил парень. Фасад реставрируют, но вон балкон, где хозяин выходил по утрам, наслаждался видом на океан, справа его спальня, солнечные часы наверху, ух, чуть не упал, солнечные реально часы, такой он продвинутый парень был. Гэтсби. Это покемон. Да, лови покемона. Thank you.
Хороший фрейлине глаз радуется. Там какой-то 14 век, да, от Херсонеса, не совсем древний. Что это, змеиные норы? Может быть, здесь есть большой краб, я видела его штака. Что здесь есть большущий краб. Ну как же так? Алексей Владиславович, на что ты нас подталкиваешь? Как обычно. Вам бы все по маршрутам ходить. Прям кадры из Индианы Джонса какого-то. Uncharted просто. Просто Лара Крофт где-то здесь ползает. Девушка, вы не Лара Крофт, как Крофт. Если только Клофт. Крофт. Класс. Кто там? А-а-а. У нас желтый дом живет, у нас своя есть. Жарко ужасно все. Ну не ужасно, просто здесь как-то парит, да, от питона всех. Человек очень стильно жил. Для 1850 года. Зачет.